Мечта детства осуществилась в Сургуте. Жительница Мариуполя, эвакуированная в Югру в марте, поступила на бюджет в медицинский колледж. Мама троих несовершеннолетних детей Яна Руднева по двум образованиям экономист и художник народного промысла. Всегда у женщины, призналась она в интервью нашей съемочной группе, была тяга к врачебному делу. Теперь она студентка и очень ждет первых лекций по дисциплине генетика человека. В планах у нее стать фельдшером станции скорой помощи. Решила, почему бы и нет, в 44 года осуществить свою мечту, пойти на медколледж, приносить пользу. Я, может, еще и врачом стану, кто его знает, учиться никогда не поздно. Я работала экономистом в лаборатории частной, медицинской. Конечно, переплеталась. Я закупала реактивы, вела банковский учет, кассовый учет. Поэтому я была всегда среди врачей. И поэтому белый халат мне мил и идет к лицу, наверное. Всего же в 2022-м 6 жителей Мариуполя стали студентами сургутских образовательных учреждений. Один будет учиться в политехническом колледже. 5 поступили в Сургу, одна из них в медицинский колледж. Анастасия Романовская и Роман Таланцев теперь студенты 2-го курса. Она получает специальность электрика, а парень поменял профессию будущего моряка на строителя. Молодые люди познакомились в пункте временного размещения эвакуированных. В конце недели у ребят свадьба. А пока новобранцы вуза знакомятся со своими одногруппниками. Как-то люди тут вообще добрые, хорошие. Мне очень нравится. Ну, уже много знакомых появилось. Да. Вот, благодаря институту, работе. Работала в Магнит Косметиксе. Да. Ну, пришлось уволиться, к сожалению, потому что пошла учиться. Я тоже специальность буду получать, на которую училась, на электрика, энергетический факультет. Вот. Так, ну, такую специальность я училась в Мариуполе. Этот район больше отстраивается, я слышал, квалификация нужна, плюс, ну, в планах у нас, собственно, Сипромстрой есть, компания есть в Сургуте, вот, филиал хочу организовать и в Мариуполе отстраивать все-таки хотелось бы тоже. Также тоже хорошая идея. В Мариуполе я учился на моряка, навигацию и управление морскими судами в Азовском морском институте. Ну, пришлось поменять профессию.